Всем привет, дамы и господа, с вами Кирито Кирихай, сегодня мы проходим игру под названием Джеймс Бонд. Все или ничего, прям по фильму, смотрим. Идет она, кстати, совершенно неплохо. Хотя от GameCube диска. Я решил протестить, и тесты оказались лучше, чем на PS2. Если будет притормаживать, это все Bandicam, потому что FPS там максимум где-то 30 FPS. Soviet stockpile has surfaced in southern Tajikistan. Unfortunately, it's about to change hands. The wrong hands. We cannot allow this to occur. Recover the bomb and bring it back. $100 million as we agreed. You have the device? Of course. Well, what have we here? It's confirmed, 007. That's the device. A Soviet PU-239 with 12 kiloton yield. You are authorized to use all means necessary to retrieve that case. Understood. Давненько я тобой не играл. Так, надо вспомнить кнопки. Thank you.
сволочь фашистская. Местами, видите, просадки бывают. А так она идет нормально. Так, еще раз помним кнопки. Лезем, дамы и господа, наверх. Надо сбить эту сволочь. Я тебе на геймкубе сбивал и здесь забил. Вау, танчики, люблю танчики. Ребят, вы меня ничем не удивили. Давайте с вами выберем, дамы и господа. Вот лошара. Откуда ты, гнида, стреляй? Вот он.
Так, собираем оружие, дам, господа. Убитых нами друзей или врагов, или как там еще зовут. Смотрим маленький ролик. Блин, запутался. Я на ПК давно не играл. Смотрим видеоролик. Я буду проходить ее, но меньше одной миссии в день. Потому что нагревается очень сильно, дамы и господа, компьютер от него. Она все-таки не создана для ПК, но работает, как видите. Сейчас нам предложат сохраниться, вроде бы. Ну, чё. Так, моментов Бонда мы сделали только один, хорошо. Так, уничтожили 22% сил врага. Получили оружие, точность 39,7%. Вот, блин. Ломается оружие и дефекты, короче, 86%. Миссия пройдена за 4 минуты 57 секунд. Мог быстрее, если не было лагов. Итак, сохраняемся. Our latest in stealth munitions. Our new rappel gadget is designed to allow you to... Да, с удовольствием сохраняемся. Как бы не назвали бы. Ну давайте, как и люблю. 007 Кирито. Вот, дамы и господа, мы сохранились, и вот меню у нас есть. Следующая миссия. Ну, давайте еще одну миссию, и все. Блин, я выбрал оперативник. Ну, ладно. Просто игра как бы лагает чуть-чуть. Чё, заново? Подожди. Опа, я заново начал. Пардон, дамы и господа, я заново начал.
Выходим, короче, на мышку. Левая кнопка мышки, правая кнопка мышки — это прыгать, Бонд. Дерется он на ZX, садится на S. Давайте выберем тренировку. Я вам покажу, как еще действовать и тому подобное. Если сам, конечно, вспомню, я давно ее не проходил. Bond, you can dispatch your enemies non-lethally with hand-to-hand combat. If you look up, Bond, you may find a good spot to use the rappel. Ну это легко. Короче, типа Лары. Это же посложнее миссия. Давай, поднимайся, сучонок. All clear, Bond. Keep moving. Давай, что посложнее. Во как! Вспомни, как работает эта хрень. Там еще одна. Блин. А еще раз. Так, значит, нажимаете. Ну, вот. На GameCube версии все легко. В отличие от PS2. Там не видно. Не паримся, спокойно спускаемся. Уложим его с одного раза. Один. Сучонок-то. Короче, ИКГЛ вы мотаете вот так вот. Прицел мотаете на ИКГЛ. Там еще один вроде. Вот хорошо, что я помню консольные игры. You will have to find another way around.
Ой, пардон, забыл. Ой, забыл, пардон. Отойти забыл. Давно не играл, дамы, господа. Вот пока вы лезете, вы можете вот так вот переворачиваться. В общем, короче, выполнять миссии, как Джеймс Бонд. Моя любимая снайперочка. Stop here, Bond. Keep moving. Вспомни, чему учили тебя джедаи. So bold, 007. This might be the perfect opportunity to try the spider bomb. Ну-ка. Послать паучка. Давайте пошлем паучка. Вот и все. Well done. You've completed your objectives. Now get out of there. Смотрим видеоролик. Сохраняем прогресс. Это было несложно. Особенно, когда играл на GameCube. Да, я опять 07 Кирита. Здесь ничего не меняем. Вот, походу, это следующая наша миссия. С вами был Кирито Киригая. Кому понравилась игра, пишите, с удовольствием скину, поделюсь. Если у вас комп еще круче, чем мой, то пожалуйста. На этом я закрываю обзор. До свидания.